Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки на канале Sailor Fox. Сегодня находимся на одном из подмосковных водоемов, называется он Мисс. Водится в этом водоеме карась, вот, ротан. Ловим на донке, результата никакого, решили поменять место. Сейчас перейдем на другой водоем, называется он Сосновка, посмотрим, как там будет. Вот. Ну все, погнали. Перебрались мы на новое место рыбалки, перешли, попробовали, поставили спиннинги. Здесь хоть иногда есть поклевки. Поймали 5 павлечков, Артем поймал 4, я один, я одного. Я один. Вот. Вот клюет и на червя, и на опарыша. Перерывами. Выходит солнышко, хорошо, сидим, отдыхаем, пьем чай, кофе. Сгораем, да, заживо потихоньку. Ребят, погода классная, выходные. Народ потихоньку подтягивается на ночную рыбалку, уже подходили, спрашивали, на ночную мы или нет. Вот. Сейчас поселим еще пару часиков, в итоге отсниму конечное видео, покажу, что поймали. Вот. Попробовал я, купил новый садок, я его пробую. Вот так вот иногда ставили сигнализаторы, сегодня поленились, не стали смотреть, узерку не ставили, поставили электроники, ловим на электронику. Такой садок довольно-таки длинный, под 2 метра. Вот. Хоть я и не сторонник таких садков, но для таких рыбалок, я думаю, он будет неплохой. Вот. У меня стоят неизвестные какие-то сигналки китайские. У Артема стоят барракуда сигналки. Несмотря на то, что я сегодня даже уронил его в воду. Не специально, конечно, но так получилось. Да, и под ливнем были. В первую же рыбалку поставили, попали они под ливнем, барракуды. Довольно-таки стойко выдерживает их все эти испытания.